Джаганнати Баладев Шимати Супадра Ки Джай, Ши Синитай Гура Чандра Ки Джай, Шила Прабхупад Ки Джай, Гур Премананда. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Продолжаем читать четвертую пищу Шримад Бхагаватам, глава 26. Царь Пуранджана отправляется на охоту. Текст 8. Анантаха карма курвана мана арудха нибхадьяте гуна праваха патита нашта прагья враджати адха. Аньятха карма курвано. Аньятха карма курвано. Манарудхо нибадьяте. Манарудхо нибадьяте. Гуна праваха, гуна праваха патито. Гуна праваха патито. Нашта пражно враджатья джадах. Нашта пражно враджатья джадах. Аньядха карма курвано. Манарудхо нибадьяте. Гуна праваха патито. Нашта пражно враджатья джадах. Матаджи. Аньятха. В противном случае. Карма, кармической деятельностью, курванаха, занимаясь, мана арудхах, под влиянием самомнения, нибадьяте, человек запутывается, гуна праваха, под влиянием материальных гун, патитаха,
падших. Нашта прагна. Полностью лишенный разума. Враджати. Так он опускается. Адха. Вниз. Перевод и комментарий о Божественной милости Бхактивиданты с вами Шрилы Прабхупады. Тут большой комментарий, и я могу его оставить на завтра. Или вы как хотите? Вы завтра лекцию читаете? Все равно. В противном случае, действуя по собственной прихоти, человек становится жертвой самомнения и падает. Так он оказывается во власти закона природы, то есть во власти триугун – благости, страсти и невежества. В результате живое существо лишается истинного разума и навеки попадает в круговорот рождений и смертей. Оно то возвышается, то деградирует, рождаясь то полубогом на брахмалоке, то микробом в испражнениях. Комментарий. В этом стихе много слов, заслуживающих внимания. Первое из них – аньятха, в противном случае, относится к тому, кто пренебрегает правилами, предписаниями вед. Изложенные в ведах правила и предписания называются шастра-видхи. В Бхагавадгите ясно говорится, что тот, кто отвергает шастра-видхи, правила, предписания вед и действует, как ему заблагорассудится, или под влиянием самомнения в этой жизни никогда не достигнет совершенства и не обретет ни счастья, ни освобождения из материального плена. Якшастравидьям усриджья, вартати камакаратах, наса сидхима вапнати, насукам напарамгати. Тот, кто, пренебрегая указаниями шастры, действует по собственной прихоти, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели. Бхагавадгита 16.23. Таким образом, человек, сознательно нарушающий правила предписания шастры, только еще больше запутывается в сетях материальной жизни, оставаясь во власти триугун природы. Поэтому жизнь человеческого общества должна строиться в соответствии с ведическими принципами, суть которых изложена в Бхагавадгите. Иначе человек будет продолжать влачить материальное существование. Глупцы не знают, что душа проходит через 8 400 000 форм жизни. Когда в результате длительной эволюции живое существо наконец получает человеческое тело, оно должно придерживаться предписаний вед. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что живое существо с незапамятных времен, находящихся в царстве материальной энергии, испытывает тройственные страдания из-за своей демонической природы, заставляющей его восстать против власти Верховной Личности Бога. О том же говорит Кришна Бхагавадгите 15.7. «Мамай вамшо дживалуки дживабхута санатана манакшишта Шиштхани дрияни, прокритистхани каршати». Живые существа в этом обусловленном мире – мои вечные частицы. Находясь в обусловленном состоянии, они ведут отчаянную борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум. Каждое живое существо является неотъемлемой частицей Бога. Оно испытывает тройственные материальные страдания только потому, что по собственной воле пришло в материальный мир – движимая иллюзорной надеждой стать наслаждающимся. Чтобы вывести живое существо из этого ужасного состояния, Господь воплотился в образе Вьясадевы и дал людям все ведические писания. Об этом сказано в Чайтанья Чаритамрите. Кришна були сейджива анади бхирмука, атайва мая таридея самсарадука. Забыв Кришну, живое существо с незапамятных времен ведет материалистический образ жизни. Поэтому иллюзорная энергия Кришны причиняет всем, кто находится в материальном мире, бесчисленные страдания. Читание Чаритамрита Мадья Лила 2.117. Майя мудха дживери нахи сваста Кришна жана дживера крипая кайла Кришна веда веда пурана. Околдованное внешней энергией живое существо не способно собственными силами возродить изначально присущее ему сознание Кришны. Поэтому Кришна милостиво дал ему ведические писания.
к числу которых относятся 4 веды и 18 пуран. Читание Чаритамрити Мадлилила 20.122. Таким образом, каждый человек должен следовать предписаниям вед. В противном случае, лишенный ориентиров, он будет действовать по собственной прихоти и запутывается в последствиях своей деятельности. Очень важным в этом стихе является и слово «манарудгах». В мире есть очень много людей, которые, желая стать великими учеными и философами, полагаются исключительно на собственный ум. Как правило, такие люди не являются преданными, поскольку, пренебрегая наставлениями, которые Господь дал первому сотворенному существу Господу Брахме. Поэтому Бхагаватам 5.18.12 сказано. Харава бхакта шакуто манадгуна манорадхе насайчи дхавату бахих. У непреданного нет никаких хороших качеств, потому что он руководствуется в своих действиях только собственным умом. Такому человеку приходится периодически менять свои взгляды и убеждения. В результате один философ расходится во мнениях с другим, а ученые выдвигают теории, противоречащие теориям другого ученого. Причина этого в том, что они доверяют только своему уму, не имея авторитетного источника знаний. Но согласно ведическим принципам, знание должно быть получено из авторитетного источника, даже если оно порой содержит кажущиеся противоречия. Поскольку этим авторитетным источником знаний являются веды, мы должны следовать всем изложенным в них наставлениям, несмотря на наличие кажущихся противоречий. Тот, кто нарушает указания вед, становится рабом материальных условий. Я на этом остановлюсь. Омагьяната Мирангасья Гинанджана Салакая Чакшура Нилитанина Тасмай Ши Гуравей Намаха Ши Читанья Манобиштан Спатитанья Набытали Свай Рупа Кадама Ям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпят Рубища Крипа Син Рубьевича Патитанам Павани Пью Вайшнаве Пью Намо Намаха Джай Ши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Ши Эдвайта Гададар Ши Васади Гора Бхакта Вринда Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Namaste, Guru Devaya, Sarva Shri Krishna, Sarva Mananda, Rupaya, Sarva Nanda, Vipanya, Shri Guru Paramananda, Premananda, Palakta, Rajananda, Pranana, Savaya, Manyaja, Nityananda, Hamnambi, Sarva Nanda, Parampara, Harinama, Pradadama, Vadatushara, Krishna, Prima, Pradayate, Krishna, Krishna, Chitaya. И начала не в противном случае действия по собственной прихоти человек становится жертвой самомнения и падает. Так он оказывается во власти законов природы, то есть во власти трех гун – благости, страсти и невежества. В результате живое существо лишается истинного разума и навеки попадает в круговорот рождения и смертей. Оно то возвышается, то деградирует, рождаясь то полубогом на Брахмалоке, то микробом в испражнениях. Интересные наставления, который дает Нарада Муни царю Прачинабархишадан. Интересный аспект, который Нарада Муни здесь раскрывает. Так или иначе, в этом мире... Этот мир отличается тем от духовного, что здесь живые существа стараются действовать по собственной прихоти. Это разница между жителями духовного мира и жителями материального мира. Причем это собственная прихоть или самомнение, которое, благодаря которому, источником которого является их действие, для их действий,
основана на том, что они пренебрегают самим Кришной, самим Богом. И так или иначе, поэтому им приходится находиться в материальном мире и действовать так, как под влиянием различных гун, как здесь описано, благости, страсти или невежества, и приходится вращаться в круговороте рождения и смерти, попадая то на Брахмалоку, то более в низшие условия жизни. Это все закон кармы. И результат – самомнение. Самомнение. Самомнение или гордость. Практически они, это как синонимы, да? Это синоним. Люди горды своим положением, всем, что они имеют в этом мире. Хотя чем здесь гордиться? Конечно, Господь милостив, Он дал возможность живому существу даже в этом мире быть счастливым. Иногда мы говорим, часто встречаем, что в этом мире невозможно быть счастливым. Но Кришна настолько милостив, что Он дал возможность, что в этом мире живым существам испытывать счастье. Но так как Он не глупое живое существо, Он знает, каким образом человек может достичь счастья. В первую очередь Он сказал, что вот для того, чтобы достичь счастья в этом мире, вы должны следовать ведам. Вы должны следовать шастрам. Тогда, может быть, живое существо испытает счастье. Но суть этого даже не в этом, чтобы он просто следовал ведам и достиг счастья. На самом деле Господь, Он в каждом правиле и предписании есть определенные три условия. Это само правило, это то, как человек следует этому правилу, и цель. И цель, и человек должен разобраться. Ведические писания, они помогают разобраться, что цель человеческой жизни, хотя она описывает четыре цели, и она главную описывает, это мокша или освобождение. Хотя Кришна для того, чтобы наслаждаться живому существу, дал дарма-шастру, дал кама-шастру, артха-шастры. Все шастры есть только для того, чтобы человек использовал свои желания и достиг какого-то удовлетворения. Но в конце концов он должен понять, что это все предназначено для того, чтобы он осознал, что есть законодатель, есть тот, кто утверждает эти правила, и жизнь с ним, так как он не просто описывает только вот какие-то правила, которые нужны в материальном мире. По своей милости он нам дает такие писания, как Шримад-Бхагаватам, которые описывают разницу между духовным и материальным миром. И также таким образом помогает нам переориентировать свои цели. Мы с желанием наслаждаться в этом мире, мы что стараемся делать? Мы начинаем потихонечку понимать, что нам нужно, оказывается, удовлетворять или служить Богу. Это наша изначальная природа. И, конечно, для этого нам нужно руководство. Шрила Прабхупада говорит, что человек, благодаря, с помощью своего ума, он никогда не достигнет, не обретет возможности и никогда не достигнет понимания Кришны, тем более духовного мира. Может, как профессор Лягушка Шрила Прабхупада часто приводил, напрягаться своим умом, размышлять, кто же такой, как и устроен этот мир, сколько в нем элементов и тому подобное. Но если он не будет следовать правилам, предписаниям, то он никогда не достигнет совершенства. И Кришна, чтобы создает этот мир, дает и руководство. И благодаря своей милости Он также дает возможность живому существу попасть в духовный мир. То есть получить возможность. Риши Бадев дает наставление своим сыновьям. Он говорит, что в этом мире каждое живое существо получает материальное тело. Говорит, но человек должен правильно использовать это
материальное тело, и он не должен стремиться к этим удовольствиям, которые подобны, как поедателям, не подобные, эти удовольствия, они подобны поедателям испражнений, да? Собакам и свиньям. Поэтому человек должен совершать аскезы для того, чтобы получить опыт более возвышенного счастья. Это счастье духовного. И это цель жизни, это цель, которую он дает своим детям, наставляя своих детей. Он объясняет, на самом деле, к чему люди должны стремиться. И это даже тот уровень, который выше, возможность человека служить Кришне, это даже уровень выше, чем освобождение. Не то, что само по себе преданное служение уже освобождение, но выше того освобождения, которое там связано с попаданием в духовный мир. Любовь, бхакти, которую человек получает от отношений с Кришной, оно намного выше, особенно расы. Потому что ведические писания, они объясняют, что эти правила предписания, хотя живые существа не обязаны следовать в духовном мире, для них естественно что-то делать ради удовлетворения Кришны. Но они все равно следуют им. Они следуют, потому что для них это естественно. Это культура. Это культура на самом деле. И правила, эти правила, они нужны для регулирования отношений. Хотя, может быть, в духовном мире расы больше регулируют эти отношения, но тем не менее, так или иначе, там есть определенные правила какие-то, которым они следуют для усиления расы. Допустим, там, где являются пастушки, там где-то гопи, все они там отдельно, они следуют своей расе. Какие-то есть регуляции. Точно так же в этом мире мы тоже, даже в семье, мы следуем определенным правилам и предписаниям. Вот у нас создалась семья, это означает, что мы регулируем свои отношения правилами и предписаниями. Если мы выходим за рамки этих правил предписаний, тем более которые описаны в шастрах, наступают проблемы. Представьте себе, я, будучи семейным человеком, я уже не забочусь о своей супруге, а забочусь о ком-то другом. О какой-то другой там женщине или непонятно. Или женщина, или моя супруга точно так же. Представьте себе, эти правила предписания, они регулируют определенные отношения. И эти отношения к чему приводят? К улучшению отношений. Или они являются основой, которая потом проявляется настоящая привязанность и любовь. Но только уже не такая материальная, а уже на духовном уровне, которые обладают в духовном мире живые существа. Поэтому мы здесь все так или иначе вынуждены следовать правилам и предписаниям, потому что это помогает нам, по крайней мере, достичь какого-то совершенства. Может быть, даже лучшие возможности в следующей жизни. Так или иначе, в Арнашрам она устроена, что люди, следуя определенным правилам и предписаниям, они постепенно прогрессируют. И задача этих правил предписаний – помочь человеку прогрессировать, не деградировать. Потому что как только мы будем действовать в соответствии с самомнением, не основываясь на гуру, саду, шастр, мы будем деградировать. Потому что это будет не что иное, как просто проявление нашего желания наслаждаться, и наше самомнение не что иное, как просто признак того, что мы думаем, что мы сами разберемся в особенностях этого мира и как нам нужно жить, как правило. Это часто происходит у молодежи. Когда человек, он хочет определенной независимости, это сразу же связано с тем, что он хочет также эту независимость живого существа проявляется в чем? В желании действовать так, как я захочу.
Поэтому обычно молодежь что делает? Они начинают пренебрегать. Они, им надоели уже правила предписания, которые установили родители, или в которых нужно жить там, в той или иной семье, и поэтому они хотят вырваться. То есть вот это чувство свободы, чувство способное чувствовать, что я вот такой свободная личность, оно проявляется в том, что в обусловленного живого существа, в том, что я хочу действовать также независимо. Но Кришна говорит обратное. Наше чувство свободы проявляется в другом. Мы зависимы от Кришны. И наше чувство свободы проявляется только в том, когда мы действуем ради удовлетворения Кришны. Это настоящая свобода. Поэтому в первой песне Шримад-Бхагаватам Шрила Прабхупада объясняет, что Нарада Муни самый свободный человек. Смотрите, сколько у него свободы. Хочет путешествовать как по духовным, так и по материальным мирам. Никто его не может остановить. Это настоящая свобода. Но он думает о том, как служить Кришне, как проповедовать сознание Кришны. Поэтому у него много великих и знаменитых личностей, которые описаны учеников, таких как Друва Махарадж, Приеврата Махарадж. И Шрила Прабхупада упоминает в этом комментарии один вещь. Противоречия. Иногда в Священном Писании могут быть противоречия. Да, они могут находиться. Мы уже увидим, что помимо Вед еще есть Пураны. И Пураны тоже могут находиться в разных, под влиянием разных гун. Вернее, предназначены для людей, которые находятся под влиянием гун. Поэтому, может быть, там есть какие-то противоречия. Но эти противоречия мы решаем каким образом? Мы общаемся, мы получаем общение людей, которые знают и помогают нам решить эти противоречия. И если мы не можем решить эти противоречия, как это было с Приевратой Махараджем, он сидел себе спокойно, следуя наставлениям своего духовного учителя на горе, совершал аскезы. Но нужно было населять Вселенную. Брахма был озабочен тем, как сделать так, чтобы в этой вселенной живые существа заполняли все пространство. Ну, то есть появлялись живые существа. Говорится, что, там Прабхупад пишет, что иногда у Брахмы приходится уговаривать занять пост кого-то ману, чтобы кто-то стал ману. Поэтому так часто так происходит с нами, что и у нас даже в обществе, что нам приходится кого-то уговаривать. Пожалуйста, не бросайте служение, продолжайте совершать служение. Что вам для этого надо? В отличие, конечно, от Приеврата Махараджа, он понимал, что он делает. И он понимал важность преданного служения, поэтому, когда пришел Свайамбху Бхагаману и говорит, слушай, ты должен там управлять Вселенной, он сказал, зачем мне надо, я тут занимаюсь духовной жизнью, зачем оно мне надо, вот это все, становиться семейным человеком, это так сложно. Пришлось Брахме спускаться, и Нарада Муни при этом присутствовал, а Нарада Муни, у него другие наставления, говорит, давай, что тут, эта жизнь предназначена для того, чтобы раз и в духовный мир. Что тут делать в этом материальном мире? В конце концов, пришлось Брахме решить эти противоречия. Да, как Брахма – это главный авторитет этой вселенной. Он пришел и сказал, надо. Кришна хочет. Он сослался на желание Кришны. Для преданного очень важно желание Кришны. Преданный, для преданного, если он настоящий преданный, как только он слышит, что Кришна этого хочет, он оставляет все и начинает это делать. И начинает потому, что он всегда находится в настроении преданности Кришне, в настроении служения. Он не начинает думать, что для меня выгодно. Может быть вот так, а может быть нет. Он говорит, если надо, пожалуйста, я готов. И в таком настроении он никогда не попадет, даже будет не попадет. Он не попадет в низший образ формы жизни. Он не попадет под влияние гуны страсти, благости или невежества. Он не будет никогда действовать в соответствии со своим мнением каким-то. Он всегда будет действовать авторитетным образом.
его жизнь, потому что у него есть преданность, и он всегда будет. Основа этой преданности проявляется в том, что он следует шастрам. В предыдущих, по-моему, там 4 стиха или там 6, Шрила Прабхупада говорит, что как понять, в чем проявляется преданность Кришне? В том, что люди начинают следовать шастрам. Они начинают принимать шастры. Это первый такой, один из таких первых признаков. Однажды Раданат Махарадж читал лекцию в каком-то университете. Что люди, есть такие философы, сейчас очень модная философия в современном мире, где люди говорят людям, вы должны, и даже так говорят, Господь создал этот мир и дал все возможные наслаждения, поэтому, пожалуйста, вы, зачем вы себя ограничиваете во всем этом? Наслаждайтесь, пожалуйста. Все для этого есть. Если вы это не делаете, то вы оскорбляете Бога. Такая вот философия есть. И однажды Раданат Махарадж читал лекцию в одном из университетов, и там была преподаватель, она сама была, по-моему, индуска. И когда он рассказывал, она потом ему задала вопрос, еще так вызывающе говорит, о чем вы тут говорите? Все эти саньяси, брамачари, все, что вы описываете, это все ерунда. Это все оскорбление Богу. Люди должны жить, наслаждаться, размножаться и так далее. Раданат Махарадж посмотрел на свою госпожу. Извините, она тогда стала христианкой. Это где-то в Англии было, по-моему. Она приняла христианство, хотя была индуская. Она сказала, извините, госпожа, говорит, следуя тогда вашей логике, 11 последователей Христа тоже оскорбители, потому что они не были женаты. Она, ой, об этом я не подумала. Ну, на самом деле, шастры предназначены для того, чтобы мы следовали. Как... Это, они помогают нам, как светофор. Мы уже обсуждали эту вещь. Светофор на улице нужен для того, чтобы на дороге, чтобы защитить нас. Ограничить нас, оградить нас от неприятностей. Но эти предписания, они способствуют чему? Когда мы им следуем, мы тогда начинаем понимать, что оказывается, Кришна наш благожелатель. Мы следуя этим предписаниям, мы начинаем понимать, что Кришна наш благожелатель, потому что следуя этим шастрам, мы получаем все. Мы даже получаем больше удовлетворений, когда действуем в соответствии с самомнением, больше счастья. Так устроен этот мир, хотя есть люди, которые вечно пытаются получить вечное счастье в материальном мире, но они тоже следуют шастрам. Это даже лучший способ. Такова милость Кришны, говорит, пожалуйста, Кришна, он создал там прекрасные там соленые океаны, океаны с вина, с сахарного тростника, молочные, океаны йогурта. Всего столько для наслаждения в этом мире, пожалуйста. Но если вы хотите наслаждаться этим, то вы вынуждены будете следовать правилам предписаниям. Иначе ничего не получится. Невозможно. Иначе будет хаос. Произойдет хаос в мире. Таким образом, своими законами Господь поддерживает этот мир. И мы должны с этим будем согласиться. И как только мы это понимаем, что эти правила предписания нужны для того, чтобы они показывают нам одну простую вещь, что Кришна наш благожелатель. Как только мы понимаем, что Кришна наш благожелатель, что появляется после этих правил предписаний? Привязанность. Любовь к Кришне. Тогда уже начинает возникать эта любовь. Оказывается, в действительности он хочет, чтобы я был счастлив, я был удовлетворен. Все, что бы он ни делал, все, что бы он ни предлагал, это как, знаете, уже потом, может быть, взрослый ребенок, он скажет, да, мне родители когда-то давали какие-то наставления, я был просто непослушным, а сейчас я понимаю, ну, уже поздно, их уже там нету, они там, или еще что-то. Бывает, тут точно так же, мы, следуя определенным правилам предписания, мы понимаем, что Кришна, он заботится таким образом о нас. И мы получаем конечный результат этого – это любовь, это привязанность к Кришне. Это те отношения, к которым мы так стремимся, которые являются целью нашей жизни. Мы всегда говорим каждое утро «Кришна према бхакти».
Но это та цель, которую мы пытаемся достичь. Но она, это мы идем, ну, по крайней мере, мы должны идти к этой цели, прилагать усилия в этом направлении. И будет много, конечно, непонятных нам вещей. Не то, что трудностей, просто непонятных нам вещей. Потому что в этом мире также есть чувства, ум, которые тянут нас, как Шрила Прабхупада говорит, на самом деле влияние демонического общества проявляется в том, чтобы действовать независимо от Кришны. Это влияние, Шрила Прабхупада в комментарии, демоническая природа. Я хочу действовать независимо от Кришны. Ну, влияние Дева, божественной природы проявляется в том, что мы всегда стараемся, учимся зависеть от Кришны. И чем больше мы это понимаем, тем мы более счастливы. Хари Кришна. Какие-то вопросы, комментарии, дополнения? Мы вчера читали, Шрила Прабхупада говорит, что преданное – это воплощение Кришны. Также. Чайтанья Чаритамрита тоже об этом говорит. Что это определенное проявление Кришны. Кришна, он проявляется как преданный для нас, как преданный, как сам Кришна. Как преданное служение, как святое имя, как божества. То есть, по сути дела, на самом деле, здесь все Кришна. Просто это наш уровень, способность наша видеть, есть ли Кришна в этой колонии. У Прохлады Махараджа была такая способность. У нас нету еще. Мы развиваем, поэтому мы пытаемся хотя бы увидеть Кришну на алтаре. Хотя бы. Мы учимся, поэтому мы занимаемся служением. Мы не колонии служим, а? Но так или иначе наш уровень в конце концов, должен привести нас, наши усилия должны привести нас к тому, что мы будем способны видеть Кришну везде. Что вокруг нас это все энергия Кришны. Но так или иначе, мы все равно, так как мы личностные, и мы хотим личных отношений с Кришной, мы медитируем или пытаемся созерцать, или пытаемся развить отношения с личностной формой Кришны. И тогда мы тогда уже зависеть от Кришны. Для начала это просто надо следовать шастрам. Это первая зависимость, которую мы проявляем в себе. Это, может быть, у нас еще слабенькая вера, очень слабенькая. Но если мы начинаем следовать шастрам, это то, что дал Кришна. Шастры – это то, что нам помогает как раз развить эту более зависимость от Кришны, большую зависимость. Потом мы уже понимаем, что оказывается, вот, у нас вот есть еще общество преданных, и тут еще надо с ними дружить, оказывается, еще как-то так и служить им, тут много всего. Ну, по-разному проявляется эта зависимость. Хотя бы люди сначала верят в Бога, хотя бы свечку приходят, ставят. Уже как-то чувство какой-то зависимости есть. Оно естественно для души. Потому что изначально мы созданы и предназначены для того, чтобы служить Кришне. Просто эта любовь, она сейчас дремлет в нашем сердце. Ее нужно просто пробудить. И какие-то действия, даже это если агьята сукрити, неосознанное преданное служение, оно пробуждает это все. Пробуждает эту любовь. Мы там встретили преданного, встретили, почитали книги, зашли в храм, не знаю, пошли на Радхаятри, услышали Харинаму, увидели, покушали, нас угостили сладость с этим шариком сладким. Все это приводит к тому, что пробуждает нашу вот эту дремлющую любовь. И потом по-настоящему уже начинаем проявлять. То есть наша зависимость должна быть осознанной. Мы здесь неосознанно зависим от Кришны, от Его законов. Умрем, рождаемся, смерть, старость, болезнь – это неосознанная зависимость от Кришны. Мы там пытаемся как бы ее избежать, но
мы уже родились, мы уже понимаем, каждый человек понимает, что он умрет. Он может соглашаться с этим, он может пытаться с этим бороться, как Равана. Хотя большинство людей уже соглашаются с этим заранее. Ну, раз уже все умирают, и я умру. Это неосознанная зависимость от Кришны, что так или иначе придет время, и я уже... Но здесь мы пытаемся развить осознанную зависимость от Кришны. И для этого нужно следовать шастрам. Шастрам, наставлениям старших, опытных, преданных, гуру. И тогда мы будем ощущать эту зависимость более реальной. Конечно, у нас уже есть, Кришна уже создал нас с определенной природой. Природа означает, что у нас уже есть какие-то способности. Когда мы понимаем, что эти способности предназначены служить Кришне, мы можем их развивать. И это называется служение. Это уже не пустая трата времени. Когда мы свою природу задействуем в служении Кришне. Это называется служение. Как раз шастры говорят, что если у нас есть какие-то привязанности, то есть это у нас есть желание чем-то насладиться в этом мире, то мы должны просто использовать это правильно. Для этого существуют шастры. Есть там путь праврити марх, неврити марх. Да? Мы используем те возможности, которые у нас есть, но правильно. И таким образом мы развиваем, как ты уже сказал, привязанность к Кришне в будущем. Но у нас еще есть какая привилегия. Мы уже понимаем, как преданные, определенные вещи. Поэтому мы это делаем, но мы это связываем с Кришной. Не просто следуем правилам, предписаниям ради только какой-то цели. Но мы всегда держим главную цель в нашем сознании. Это сознание Кришны. Это увеличивает наши шансы и прийти к конечной цели в конце концов. У Приврата Махараджа в приоритете была духовная жизнь. Но Брахма пришел и сказал, ты должен управлять Вселенной. Поэтому все эти приоритеты, вам должны помочь расставить эти приоритеты или духовный учитель, или более опытный вайшнав. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупад ки джай.